Аркалык, Казган и Караганда – три казахстанских города, которые наравне с Байконуром называют космической гаванью. Эта эра началась в 60-е годы, когда здесь приземлилась «Чайка», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. С этого момента казахстанская степь стала штатным полигоном для встречи космических кораблей. Здесь приземлялся наш «Коваленок», наш «Климук», здесь же ждали и Олега Новицкого. План спасения, так называется, встреча экипажей, не меняется уже более 50 лет. Вначале в степь выезжает наземная группа, потом вылетает воздушный отряд. Кто будет первым, определит рельеф и ветер при приземлении. Раз вижу такой полный зал, очень приятно внимание к нашей работе и надеюсь, что оно будет и дальше. Что я хотел сказать, что с учетом всех задач, выполняемых на месте посадки, произведено распределение специалистов и представителей СМИ по воздушным судам и наземным группам. Это распределение доведено до руководителя организации, до старших групп. Удивительное ощущение, как будто едешь навстречу падающей звезде. Сейчас между нами и МКС 400 километров, чуть больше, чем от Минска до Бреста. Союз с Олегом Новицким преодолеет это расстояние где-то за 3 часа. Чтобы прибыть в расчетную точку посадки, нам понадобится почти сутки. Позывной у наземной группы «Говорящий» – «Кочевники». До ближайшего населенного пункта 150 километров. То есть бывает дорога размытая, потому что это степь, песок, бывают саночки, просто машины проваливаются. Зимой заметает вообще, то есть только на снегоходах можно было править здесь, ну или на какой-нибудь спецтехнике. Знаете, космические традиции нарушать нельзя, если нарушить, то что-то пойдет не так. Мы тут останавливаемся, и вот степных духов немножко им, так сказать, дань уважения, что погода, там, дорога. Наземная группа старается подъехать как можно ближе к расчетному месту посадки. Для корабля Олега Новицкого в этот раз оно определено в 147 километрах от города Жизказган. Здесь разбивают лагерь, здесь остаются с ночевкой. Ко сну придется переэкипироваться. Если днем температура здесь была плюс 25, то ночью может быть минус 10. Правда, спать долго не придется. Работы по встрече экипажа начнутся где-то в районе 3 часов ночи. С того момента, как закроются переходные люки между МКС и Союзом. Папе же надо будет витаминки. Вот, давай этот перчик польем. Перебирайся на следующий стульчик. Поливай. Засохнуть не должны же они к папиному прилету. Вот, и теперь давай лучок оставшийся польем. Он уже какой, он большой вырос. Да, мы со старшей дочерью посадили несколько кустов картошки. Все наши друзья в один голос кричали, что как это белорус приземлится, и у него не будет драников из своей собственной картошки. Я не любитель сада, огорода, это знают все наши друзья. Но пришлось посадить сколько-то там, несколько кустов картошки, буквально чисто символически. И ведро картошки мы выкопали. Традиционное блюдо он уже заказал, естественно. Картофельный белорусский пирог, который мы из больших драников делаем, это сразу было понятно, что будет этот пирог. И жареные свиные ребрышки, это обязательно. Посадки гнездятся синие птицы, машины-амфибии ЗИЛ, предназначенные для спасения космонавтов. Их действительно можно занести в Красную книгу. Таких на балансе Министерства обороны не больше 10. Синие, потому что этот цвет хорошо в любую погоду виден на любой местности. А птицы, потому что как на крыльях, первыми стараются подлететь к капсуле с космонавтами. Наклейки на бортах не просто для красоты. Каждая – это одна успешная посадка.
посадка относится, наверное, к одной из самых динамичных операций. Она отличается быстротечностью, насыщенностью событиями, большой ответственностью, особенно для командира корабля, который будет все организовывать и управлять этим процессом. От момента расстыковки буквально корабль через виток он выполняет тормозной импульс, после этого становится понятно, что все, уже выхода никакого нет, будет посадка по-любому. Сначала разделение, корабль чувствуешь невесомость, все так же, как и был, корабль слегка вращается, такой вот, так вот, кувыркается, и потом вдруг он перестает кувыркаться, вот так вот покачивается, потом стабилизируется, и начинаешь чувствовать спиной, что возвращается гравитация. Вот это чувство возвращения гравитации, понимаешь, что да, вот она Земля, близко, все, и вот все это нарастает, и все, и может достигать 4-5 единиц при штатном спуске или там до 9 единиц при нештатном спуске. Вот. И это надо, конечно, потерпеть после полугодового полета. Это особенно чувствительно. В атмосфере все это нарастает, все это, кроме плазмы за окном, это вибрация, шум, потом полет, рывок, открытие серии парашютов, перецепки, заведение кресел и ожидание команды от поисково-спасательных вертолетов, что осталось там 300 метров, скажем, до земли. Это понимаешь, что сейчас несколько там минутка и даже меньше будет. И все, это будет толчок. Работа по извлечению экипажа из спускаемого аппарата – по-настоящему ювелирный труд. Люк очень маленький, и нужно все делать так, чтобы не повредить космонавтов. Ведь они по возвращении на Землю чувствуют себя как младенцы, и не зря называют спуск вторым рождением. Мышцы атрофированы, и они не могут ходить. Поэтому в первые минуты после приземления вокруг экипажа будут только медики. Можно спрошу, как вы вернулись? Тяжелое было возвращение? Нет, радостно, наоборот. 98 было. Как-то все так компактно, быстро, хорошо получилось. А чувствуете себя как? Отлично. Вообще отлично. Когда я услышал от него просьбу, что нужно обязательно добиться, чтобы белорусская телевизионная группа появилась здесь, мы с удовольствием помогли. Он блестящий, конечно, космонавт высочайшего уровня. Он и Антон Шкаплер справились в одиночку с управлением кораблем. При этом они сумели психологически так ребят настроить, что те без лишней адаптации сразу вписались в работу. То, что мы планировали, мы все сделали. В принципе, даже сделали больше того, чем нужно. И программу все выполнили, и выходы, и перестыковку. То есть все у нас удалось отлично. Те белорусы за вас переживали. Пару слов передайте им, расскажите, как себя чувствуете. И когда приедете к нам? Ну, приеду, скорее всего, где-то уже в декабре, да, Кирилл Сергеевич? Ребят, не снимайте финал фильма на мобильнике. Ну, я огромное спасибо всем, кто переживал, потому что, наверное, только поэтому все хорошо и прошло в течение всего полета. Так что всем огромное спасибо. Ну и в декабре встретимся. Поисковая операция, которую условно можно назвать «Спасти космонавта», заканчивается в аэропорту Караганды, но не заканчивается звездная командировка Олега Новицкого. Впереди 21 день реабилитации, а в декабре он обещает приехать в Беларусь, чтобы уже точно почувствовать, что вернулся домой. Светлана Корольская, Виталий Мотин. Контуры. Казахстан.